Всем доброе утро. Сегодня у нас 30 число. Я уже с первым заказом. Время 8. Забрали свидетельство. Согласие какое-то, короче. Экспресс без дверей, по зеленке. 12 минут. Такая цена. У нас тут дождик прошел, коэффициенты более-менее разгорелись. Сейчас будем ловить, думаю, хорошие заказы. В Купчино едем. Летим, отдаем. Минут 20 ждал заказ, наверное, такой экспресс летит, думаю, возьмем. Так, подаваться, в принципе, недалеко. На Витебске, плата наличными. Поэтому в конце узнаем, сколько стоила поездка, поедем. Так, школьная, торфяная, ну это где-то Коменда, походу. Старая деревня, что-то такое. Черная речка. Ну да, ближе к Коменде поедем. Ладно, едем. Так, забрали третий заказ. Второй мы, получается, завершили вот без 7 минут 10. Следующий вот во сколько забрали, спустя почти 50 минут. Я даже ближе к Черной речке проехал, от старой деревни. Думал, короче, там коэффициенты горели, думал, что-то хорошее придет. В итоге взял с коэффициентом всего-навсего 20. Вот, сейчас посмотрим, что у нас тут. Экспресс без дверей, 300 рублей, 20 минут, ну такое. Вот, тут коэффициенты неплохие горели. Но что-то пошло не так. Ладно, едем, отдаем. Приехали в самый центр, на Адмиралтейскую. Вручили заказ, 300 рублей. Кстати, я не показал, сколько предыдущий заказ за наличку вышел нам. Он вышел 675 рублей, там еще ожидание было минут 10. И дали 750, потому что перегруз был. Если кто знает, три банановые коробки было, в багажник поместили. Плюс подождал его минут 10-15, поэтому такая цена. Выходим на линию, вроде центр нормально горит. Может, что-то хорошее придет. Такой заказ неплохой летит. Думаю, возьмем 240 с дверями. Так, заведение Рони, здание бутылки. Интересно. За наличку. Поэтому цена будет только в конце. Едем, забираем. Ну а для тех, кто не знает, к какому парку подключиться, я рекомендую надежный и сертифицированный парк Cabman. Они работают по всей России и подключают не только курьеров, но и водителей. Также они могут подключить CityMobile и Достовизну. У них все прозрачно, минимальная комиссия, моментальные выплаты, техподдержка 24/7. Вот. Также у них много различных проектов и конкурсов внутри парка. Телефон ты видишь на экране, пиши, быстро подключат, и поехал работать. Приехали в Новую Голландию, забрали заказ, такой пакет. Так, осталось отсюда выйти. Отсюда, кстати, первый раз забираю из этих заведений. В основном здесь гулял. И фотосессия у меня один раз здесь была. Красивое место. Вот на лестнице, вот здесь. Сейчас на улице еще покажу. Там еще каток, вот фотосессия. Там внутри обычно зимой еще каток заливает. И катаюсь. Едем на Васильевский остров. Заказ за наличку, поэтому непонятно, сколько стоит. Но думаю, должен неплохо стоить, раз 250 с дверями. Едем, отдаем. Итак, приехали. Закрыли заказ на 550 рублей. Дали косарь. У меня было сдача только 400, а должен был дать и 450. Сам себе на чай не оставишь, никто не оставит. Поэтому вот тут, в принципе, коэффициенты нормально горят. Ну, выходим на линию, ждем новый заказ. В общем, только перебазировался в машину, сразу пришел заказ. Долго ждать не пришлось. Похоже на дальнюю поездку. Поедем. Куда мы тут поедем? На Волковскую. Написано BMW сервис. Квартира. Оплата опять наличными. Экспресс, коэффициент 100 с дверями. Должно быть нормально, едем.
молодость, это весна была, теперь осень, а у нее май, то есть он тебя бросил. Пьеса окончена, никто не попросит на бис. Надо заранее устраивать личную жизнь. И этот лысый, вроде бы нормальный тип. Ну да, не Джордж Клуни, да, не Брэд Питт. Под полтос лишний вес, но имеет вес. Обеспечен и надежен, как его Мерседес. Не надо больше занимать и гасить кредиты. Слева у него силовики, справа бандиты. А еще... Привезли запчасти BMW. Так, 35 минут. Такая цена. 6 сотен дали. Без сдачи. Получил оплату. Так, в принципе, тут неплохо. Коэффициенты горят. Тут и выйдем, думаю. Ждем новый заказ. Итак, друзья, не знаю, правильно это было или нет. Взял заказ к FM300. Поедем далеко в область. Ехать больше часа точно. Смотрим. А, нет, даже 46 минут, 35 километров по цене. Косарь. В Энколово поедем. Ну так, далековато, конечно, от города. Что-то ждал заказ. За Мурино, за Бугры. Ну да, далековато, конечно, ехать. Ну ничего страшного, поедем его отвезем. И может быть будем закругляться, потому что мне сегодня на футбол. На 5:30 Зенит-Локомотив. Так что ладно, едем, отдаем. Думаю, побольше, конечно, ехать будет. Так, 50 минут в пути, привезли опять автозапчасти в сервис Volvo, похоже на тормозные диски. Закрываем наш заказ, за 50 минут получаем 1050. И сейчас пробуем с этой жопы мира уехать. Ну, конечно, тут вряд ли я что-то возьму, но мы поставим кнопку по делам и будем ехать. Сегодня удача на нашей стороне, вернулся в город, минутам 10-15 проехал. Взял заказ по кнопке домой, везем документы, везем вообще далеко, короче, в совсем другую точку, где я сейчас нахожусь на севере, ехать на юг. Так, ехать 50 минут, 50 километров, ну, около косаря, ого, 776, ну да, по херне что-то оценили, это по зеленке, экспресс без дверей, вот, я уже по делам поставил, куда мне надо, ну, в принципе... Лучше, чем пустой, наверное, но что-то ожидал побольше за 50 километров, 50 минут. Предыдущий и то ехал где-то, ну то, а также где-то 50 минут ехал, наверное. Ладно, едем, а то у нас время поджимает. Вот такой попадос, вроде только начал выезжать, писало 50 минут ехать. А сейчас, получается, я уже проехал процентов 20 пути, и время только увеличивается вон. 58 уже, офигеть, пробка. Дорожные работы плюс авария. Все, что нужно. Короче, терпим. Чего ты, из-за чего пробка? На КАДе из четырех полос сошлись в одну. Но это жестко, конечно. ДТП плюс ремонтные дороги. Итого нам показывает вместо 50 минут обещанных. Будем ехать полтора часа. Выставили вообще лютую пробку. Давно таких не стоял. Ладно, летим, отдаем. Итак, подведем результаты сегодняшнего дня. Получается, проехали мы. Ну, округлим. До туда места, докуда я доеду, мне надо 200 километров. Тоже округлим. Это будет 1000 рублей. Вот. 1000 рублей у нас на бенз ушло. По заработку 377. Плюс 50 рублей был чай. Ну, сделаем 3200. 1000 на бензин остается... 2200 у нас остается за, вышли 8, за 7,5 часов. Вот такой результат, много было сегодня дальников, плюс последний заказ очень неудачный, писало 50 минут, ехали полтора часа, 40 минут в пробке простояло, это, конечно, жесть. В общем, так вот, желаю вам хороших выходных, спасибо за просмотр. Пишите, какие у вас результаты были, если вы сегодня катались, если меня смотрят курьеры. Вот. Всем спасибо. До скорых встреч. Поставь лайк, если тебе понравилось видео. Подпишись, если еще не подписан. Все, до скорых встреч, друзья. Пока-пока. Такая у меня выдалась сегодня суббота.